Прошло уже больше года, как я нанес на арки своего автомобиля жидкие подкрылки. За это время, за целый год, видео набрало там уже несколько миллионов просмотров. Велись очень такие жесткие споры на тему о том, как сгниет все под моими жидкими подкрылками. А дело в том, что я не обрабатывал кузов в арках. Тем самым обезжирил и прямо по ржавчине нанес жидкие подкрылки. Сейчас я вставлю вставку с предыдущего видео. Также оставлю ссылку на это видео, где год назад я это все здесь закрашивал. Значит, сразу специалистов навалилось море. Все сказали, что все у меня отвалится, все сгниет, все это ерунда, все эти подкрылки для лохов, надо все чистить. Через год у тебя будут сквозные дыры. Значит, кто знает, вот в этом месте у меня была ржавчина, и я закрыл ее, прямо по ржавчине закрыл, нанес эти жидкие подкрылки. Значит, также обработал вот арку всю здесь. Все здесь. И что мы сейчас произведем? Произведем вскрытие. Значит, придется мне отодрать как следующее здесь под машиной вот эту часть. Значит, как это получится, постараюсь вам заснять, показать. Все отдирать не буду, так как я понимаю, что это и как выглядит. Единственное, что мне надо показать вам, могут ли жидкие подкрылки остановить ржавчину и спокойно, значит, сохранять кузов. Перед тем, как смотреть это видео, посмотрите предыдущую серию, как было изначально и что стало. Я же пошел искать сейчас инструмент и расколупаю, что, конечно, мне не очень хочется делать, придется все заново. Но что не сделаешь, так сказать, для своих подписчиков, а также зрителей, которые смотрят это видео. Покрывал я, чтобы не было вопросов. Много задают, хотя вроде в том видео было все показано. Значит, раньше это называлось жидкие подкрылки. Сейчас же это, ну, все то же самое, просто не написано про жидкие подкрылки. То есть это мастика акриловая АМ-117. Ну что, пошел за инструментом и начну чистить. Ну что, поехали. Вот это место, как я помню, где была ржавчина. Кстати, поверх жидких подкрылков меня просили еще покрыть битумной мастикой, типа удержит или нет. Вот видим, все это похоже, я бы сказал, больше, точнее, действительно на пластик. Вот чуете, в этом месте было гнилое пятно. Наглядно видно, как выглядит на жидких подкрылках выглядит битумная мастика. Точнее, не помню даже, как она там называлась. Ладно, сейчас я ее зачищу. Прошел год, ребята, прошел год. Прогнозы были, что отвалится еще зимой все это у меня. Знаете, что самое интересное? Я ржавчины не вижу здесь.
Как вы думаете? Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я даже не знаю, что и сказать-то. Пятно-то было. Тьфу. Блин, все переделывать придется. Пятно-то было. Вот оно, родимое. Вот оно. Вот и подкрылки. И... Заметьте. Заметьте, что нету. Вот оно, нашел. Ну что, друзья, вот так это выглядит на подкрылках, на слое подкрылок и битумы. То есть ржавчина, мастика, жидкие подкрылки как закрыли, они как прилепились к ржавчине, так и остались. Вот оно как было, так оно тут и есть. Кто кричал, что у меня будет сквозная дыра через полгода-год? Видим? Бью отверткой форсовской. Кто видит дырку? Сейчас я принесу, поднесу поближе телефон. Сейчас я принесу телефон туда и покажу. Вот оно пятнышко, родимое. Кстати, я еще здесь обрабатывал этим преобразователем ржавчины. Ну что, ребята, как оно? Как оно все было? Так оно все и осталось. Можно было и не ковырять, теперь придется переделывать. Ну ладно, для не для себя, все для вас. Вот оно, да. Так, несем поближе. Так, ну вот. Вот этот пятак. Видим, что как он был, так он и остался. Никуда он не расползся. Ничего насквозь не прогнило. Даже тут часть даже преобразователь ее, видать, подъел. Видим, что ничего, она остановилась, то есть жидкие подкрылки спокойно держат ржавчину. Значит, не дают ей, ни вода не попала вовнутрь. То есть все как положено. Так что, друзья мои, никого не слушайте. Посмотрите видео до, посмотрите сейчас и делайте свои выводы насчет зачистки ржавчины. То есть надо зачищать, можно зачищать, можно не зачищать. Пленку вы видите сами, какая образуется. То есть вот такой слой. Вода туда под него не попадает. Единственное, что сейчас мне надо будет... Получается она как пластиковая. Вот, видите, резал даже этим. Действительно, как пластик. Вот она встает. И все отлично. Вот такое состояние кузова. Вот такая у меня машина. Так что... Ребята, обрабатывайте, ничего не бойтесь. У меня она, кто следит за каналом, она у меня обработана вся, где только можно, как только можно. У меня все ролики про обработки. Машине 20 лет. Тем не менее, все как, она у меня как молоденькая, короче.
Так что подписывайтесь на канал. Да, кстати, YouTube может соскочить, так что подписывайтесь. Оставлю ссылку внизу на Яндекс.Дзен. И группа ВКонтакте у меня есть. Там я тоже выкладываю видео, рассказываю про автомобиль, про обработку рамы, про пушсало, про все, как обрабатывать внутренние полости. Также сейчас у меня будет видео, как самому избавиться вот от такой, есть больные места. Вот. Как от этого, не отдавая машину в перекраску, взять и самому все это сделать. Так что, наверное, всем, кто ждал этот ролик, мне самому было интересно, что будет через год. Значит, надеюсь, все убедились, все увидели, все злые языки теперь могут их запихать куда-нибудь. Ну, а я же остался лично доволен. Сейчас я это все еще раз обработаю преобразователем и уже закрою снова. Снова сделаю слой. Видите, причем он нигде не отвалился. По всей арке, хоть я езжу по камням, у меня постоянно песок, грунтовка, то есть по асфальту так 50 на 50, скажем. И, тем не менее, видите, жидкие подкрылки могут остановить ржавчину, то есть закрыть ее и законсервировать, по крайней мере, в моем случае. Может быть, это от рук, конечно, зависит, ничего не скажу. Но у меня все, что бы я ни делал, все получается отлично. Так что, так, ребята, на этом подписываемся, лайкуем, пишем свои комментарии, что вы думаете. Все, всем до новых встреч и пока. Подписываемся в группу и на Дзен. И много было написано, что я преобразователь ржавчины, которым покрывал эту ржавчину перед тем, как покрыть жидкими подкрылками, что я ее не смыл, там не очистил. Значит, фишка, ребята, в том, что этот преобразователь нам не надо смывать, еще что-то делать, чистить. Просто нанесли, дали высохнуть, и все. И дальше мы уже вытерли, видите, водой не промывать. То есть этот преобразователь чем хорош, что нанес и забыл, дал высохнуть ему, все. И дальше уже делай, что хочешь. Так что вот так. Ребята, ну и по скриптум такой. Не думал, что буду снимать, а тут думаю, дай-ка. Короче, вот у меня жидкие подкрылки год валялись там в сарае. Вот. И ими я сейчас обратно, ничего не выдумывая, обработаю вот эту ржавчину. Вот так это все выглядит. Значит, вот так я это все сделаю. Неудобно немножко снимать, но, блин, ветер. Значит, и вот то, что я оторвал этот слой, я прямо по грязи, по ржавчине намажу снова. И возможно, кому-то станет интересно. Я вот сейчас налеплю вот прямо так. Сейчас комментаторы, давайте снова лепите мне, что сейчас у меня все отвалится опять. Дыры будут насквозь, там машина. Значит, я леплю вот эту дырку, залепляю эту ржавчину прямо вот как есть. И вы, кому интересно, кто только вновь зашел, понял, о чем суть этого ролика и предыдущего, жидких подкрылков. Значит, это у меня что было? Жидкие подкрылки я с битумом намешал, с мастикой битумной. Значит, на канале есть, где я этим занимался. Значит, и, ребята, блин, тут спадает, не хочу особо, чтобы колесо вымазалось. Значит, вот эту
Кстати, я сейчас буду делать забор металлический, варить полностью тут. Калитки, муритки тоже обработаю, разведу. Столбы и тоже обработаю ими. Будут у меня они стоять вообще под дождем, под морозом. И покажу, покажу вам, что станет со всем этим в следующем году. Сниму ролик специально. Назло этим балаболам, обрабатывальщикам, как никого не хочу обидеть или мастерство как-то унизить, но это видео, значит, открыло всем глаза вот этим людям, человекам, которые говорили, что тут надо, что там целый ритуал, что это все херня, все это горбатого ты лепишь. Надо по уму. Ребята, год прошел. Сейчас вы все увидели. Так что, как вежливо сказать-то, куда свои языки и знания надо засунуть. Скажу еще одно, ребята. Вот люди есть им в жизни. Вот дано, если у тебя руки оттуда растут, да, значит, у тебя будет и мастика не отпадать, и ржавчина будет стоять на месте, и сканер ты подключишь, увидишь все ошибки, поймешь, в чем суть. А есть вроде все дано, но за что не возьмется, то машина сгниет. Делать надо все с душой. Так что вот, если я делаю с душой, вот главное внутреннее еще состояние важно, что ты хочешь это. Если ты делаешь все на отстань, то оно, конечно же, так и будет у тебя. А если делаешь как для себя, то есть я всегда делал двигателя, все, что бы я делал как для себя, я считал, что это я себе делал. Хотя и не исключение, есть моменты, когда говорится такая поговорка «сапожник без сапог». Это бывает. Ну, это вот такой постскриптум к видео. Так что, ребята, вот намазюкал, потом еще разок пройдусь. И до следующего года пишите комментарии, отвалится или нет. Сейчас-то пишите злые языки. Все. Всем покедово.